Ребята, всем привет! Хотел посоветовать вам новый сайт грузоперевозок. Те, кто ищет грузы, либо машину, это новый сайт Моби Карго. На этом сайте, ребята, вы можете найти грузы, найти поиск машины. Можно загрузить мобильное приложение, проверить корт агентов. Здесь также много всяких грузов, транспорта и все такое. Здесь также много грузов, вот всяких разных. Можно позвонить, договориться и поехать через эту компанию, так как ссылочку, ребята, я оставлю в описании. Ребята, снова всем привет. Меня вчера загрузили. Я встал на стояночку здесь в Орске и жду, вот, чтобы сегодня приехали люди и дали добро и сказали вот ехать. Дали добро на то, чтобы я ехал. Вот. Я сижу, жду. Ночью спал сегодня с феном, с печкой. Вчера плюс еще работал на компьютере. И как бы аккумуляторы мои плохо заряженные, в общем, сели. А почему они плохо заряженные? Потому что уже, наверное, какое-то такое время я езжу, короче, у меня слабый ремень на генераторе. Вот, и я его все никак не могу поднять кабину и подтянуть там, подрегулировать, натянуть генератор, ремень генератора, и поэтому у меня не дозаряжаются аккумуляторы. Вот. Вчера заводили, запускали там таможни туда-сюда, вот, и как бы так вот-то и получилось. Я думал уже, что капец, с утра аккумуляторы сели, я не завелся, вот, и смотрю, что здесь вот, где я стою на стоянке, здесь есть столб, вот, видите, на нем висит провод, вот, автомат и розетка, вот, и написано 220 вольт, я автомат включил, 220 вольт появилось. У меня есть зарядник автомобильный, которым я в прошлом году пользовался. Вот. И вот так вот, подключив это дело, удлинитель взяв свой, вот, видите, у меня аккумуляторы заряжаются. То есть мне вообще очень, можно сказать, классно повезло. Вот. Также вон она, зарядка, розетка. Провод. В общем, еще минут 5 жду и пробую заводиться. Так, ребят, ну все, в принципе, я запустился. Идет дымок синенький, как обычно у меня, потому что надо делать двигатель, надо менять поршневые кольца, вот, которых уже, наверное, там практически не осталось. Дизель холодный, дымит синеньким, прогреется, не дымит. Вот так вот, ребята, завелся. Какой-то из аккумуляторов просто, их надо, похоже, местами поменять, ну и зарядить нормально. Потому что я их с прошлого года не трогал, они так и стояли. Может, контакты почистить даже вот так вот, чтобы на запуск лучше было. Поэтому, ну, этим всем я займусь, когда буду ремонтировать машину, когда вот приеду с рейса. Вот этот рейс у меня идет последний, как бы в плане того, что я приеду с рейса и встаю на ремонт, на ТО, на ремонт, получается, с тормозами передние, там надо мне втулочки поменять, потом надо мне вот разобрать двигатель с кольцами, кольца поменять на нем. Ну и вот эти мелочевки все предзимние, короче, сразу сделаю. Вот, а потом опять будем ездить, будем работать. Как-то так. Все, ребят, заправился я, получается, Новоорске. Залил по 30 рублей 200 литров, 6000. И еду уже обратно, получается, до Каменск-Уральска я еду, мне 800 километров до Каменск-Уральска. Оттуда не знаю, оттуда, наверное, уже до дома, скорее всего, поеду вообще пустой, потому что хрен его знает.
Вот. Поэтому будет видно. Посмотрим, что у нас будет, как у нас будет и что у нас будет. Посмотрим. Шиномонтажка, которая мне не хватает, на которую у меня не хватает. Реально, в смысле того слова. Еду я без запаски, очень опасно. Ну, блин, я не знаю, ребят, сейчас где-то покупать запаску. У меня дома есть запаска, поэтому я не знаю. Ну, заднюю ось сильно не стали нагружать. Вот, чуть-чуть больше наперед дали, потому что, ну, реально, чтобы не это самое... Уж диск там хреновый стоит, поэтому... Ничего с ним не было, решили назад много не грузить. Зато передок подпрыгивает. Лучше пусть чуть-чуть подпрыгивает, чем неизвестно, что потом будет с этим диском. Расхерачит его, разобьет. Шпильку одну оторвало, диск затянут не полностью, поэтому... Ну, буду ехать потихонечку, как обычно. Знаете же вы меня. Буду помаленечку, потихонечку ползти и тем самым преодолею свой путь. Всем, ребята, доброе утро. Я выспался, ну как выспался, практически выспался. Вчера приехал уже ночью, выгружали машину в Каменск-Уральском, выгрузили. Сегодня проснулся, сервис полнейший, купил хорошие евро-солярочки здесь, ребята тут же мне продали, получается, занимаются соляркой, вот, на базе, на территории, на своей, здесь частная территория. Потом приехал логист ихний, выписал мне бумажку, получил я деньги. Ну и все в таком хорошем духе, все отлично. Солярка есть, чуть даже полбака больше. Солярка есть, деньги есть. Меня все радует, колесо пока мое живое, запаски у меня до сих пор нету. Все, сейчас беру рейс домой. Вот, уже диспетчер у меня занимается этим делом, ищет мне, подыскивает груз, и поеду я домой. Наверное, либо с Кати загружусь, либо с Каменск-Уральска. Ну, вроде отсюда с Каменск-Уральска вроде как ничего толком-то и нет. Вот. Наверное, все-таки с Кати придется грузиться. Так что как-то так, ребята. В общем, этот рейс у меня закончился удачно. Кратко будет следующий рейс, прям вот в этом же видео сейчас. Просто будет очень кратенько, потому что времени вообще вот так вот нету. Итак, ребята, продолжаем, заканчиваем этот рейс. Получается, еду я сейчас, выезжаю с Каменска-Уральска, еду, получается, в Долматово. Это Курганская область, недалеко, 100 километров отсюда. Там гружусь поддонами, это пустые поддоны, и везу их наш город Копейск, рядом, который находится в Челябинском, и тем самым рейс у меня заканчивается. Вот только задача моя на сегодня успеть, как обычно у меня в планах, это пораньше загрузиться и сегодня же опять же выгрузиться, чтобы я уже сегодня был свободен, чтобы машина до понедельника не стояла у меня груженная, так как сегодня пятница. В общем, смотрим. Так, ребята, погрузочка у нас будет в... Так. Где-то рядом у нас уже будет погрузка. То ли это храм, то ли что-то такое должно быть. Сейчас разберемся.
Я на территории какого-то храма. Так, ну надо теперь позвонить и спросить, куда мне ехать. Ребята, видите, это храм какой-то, Далмат. Исетский, Далмат Исетский. Такой вот хороший, красивый храм. Блин, ну красота. Деревца. Здесь, видите, народ, прихожане или кто, я не знаю, приходят, приезжают. Вот. Сейчас еще осталось немного. Куда ехать? Прямо? Ага. Народ тут ходит разный всякий. Так, мне сказали, их фотографируют. Вот смотрите, ребята, какая старина здесь прям конкретная. Прям вообще конкретная старина. Народ работает. Так, а мы едем. Мы едем вот сюда. Вот здесь собирают, разбирают, все делают. Так, а куда нам ехать-то? Вот, красотища, ребята. Вот, ребята, идет реконструкция вот этого храма. Видите? Могилка чья-то. Автобус экскурсионный. Все, вот так меня загрузили полностью. Это палеты, поддоны пустые. Все, закрываемся. Такие, ребята, бывают дороги у нас в России. Это граница Челябинской области, здесь ее хотя бы делают. Раньше ее здесь вообще не было, сейчас вот что-то начали делать, насыпали, по полю едем. Но все равно это лучше, чем вообще ничего. Но не везде хорошо, не везде классные дороги. Мы все-таки в России, ребята. Ребята, вот так вот приехал я на выгрузку. Расчехлился тут, половина упала, стоит погрузчик. Короче, сказали, никто этот бардак не хочет мне выгружать, поэтому типа сейчас не знаю, что будет. Сказали, оставляю машину до понедельника, но я оставлять ее не буду. Так что сейчас будем решать, как-то пытаться и выгружать. В общем, не знаю, что получится, ребят. Ну, вот так вот. Это кирпичный завод в городе Копейске. Жопа. Вообще. Все, друзья, выгрузили меня с горем пополам. Это было что-то с чем-то, короче. И работяги не хотят в субботу работать, потому что у них половина до обеда и выходной. Вот. А меня эти пригнали, сказали, чтобы я в субботу выгрузился. А хотя надо было, по идее, бы ехать в понедельник. Вот. Но я почему-то подумал, ладно, лучше в субботу, типа, выгружусь, деньги быстрее тоже получу. А вот так вот-то бывает, что лучше, ну его нафиг. Это что-то с чем там, с соплями, с воплями, блин, выгрузились. Ну, слава богу, выгрузились. Сейчас жду денег, перевод денег на карту. Вот, так как здесь никого нет, чтобы мне в личке наличкой отдать, так как тут была наличкой. Ну и вот так вот, ребята. Так что рейс оконченный, все отлично. Колеса на мане живые, все нормально, поэтому еду сейчас на моечку, моюсь и загоняю машину в бокс на ремонт. Буду делать много разных вещей, а об этом вы увидите
в новых видео, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Кто не подписался, обязательно подпишитесь. Вот. А ждем кучу лайков. Жду комментарии. Может, что-то где-то как-то. Ну и всем пока. С вами был Ман Дальнобой Су-94. Пока.